Я не знаю, кто такой Порошенко вообще, но скажу одно, что любой лидер должен быть прежде всего мудрым. Но далеко не каждый мудрый человек стремится быть лидером, потому что ему это просто не нужно. Лично для меня любое стремление к власти – это как сублимация каких-то личностных глубоких проблем и пробелов в человеке. Потому что когда человек самодостаточен и как-то все в нем вроде гармонирует, ему вообще эта власть, ну, ему это все не нужно абсолютно. Это все для него как бы смешно. Вот, поэтому что сказать. В наше время все мельчает, и человек, который стремится к власти, к политике, он по-любому туда стремится, чтобы, ну, чтобы, опять же, ему было хорошо, да, это как там повышение по работе, как вступление на хорошую новую должность. То есть он всегда будет все равно за себя, там, за своих близких, за свою семью, и, в принципе, вопрос народ и власть, да, он так всегда и будет актуален. Всегда будет эта разница между властью, как бы, и остальными.